Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди. Да, люди. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Вот уже неделю, каждый день я с вами встречаюсь с огромной радостью. Позади у нас 6 встреч, которые мы посвятили чтению рассказа Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь». Сегодня мы встречаемся с героями этого произведения в последний раз, хотя я уверен, что вы еще не однажды с удовольствием к нему обратитесь. Ну что ж, давайте читать последние главы этой замечательной книги. Итак, тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Особенно дорог и памятен нам остался последний, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Звали его архимандрит Ириней. Впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири. А мы звали его просто отец архимандрит. Он был средних лет, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами. Любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в которой он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Для многих из нас он был благодетелем, образовав наше религиозное чувство. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его волю наслушаться. И он это видел. Всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целую толпою кадет, которые теснились вокруг него со всех сторон, каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее, апостольское. Мы перед ним все были открыты, выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова, и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать. Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни. Но так же, как доктор Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно, и что мы должны это помнить и по выходе стараться приобретать познание. Проповеди его были неподготовлены, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе. И он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же, или лекции его, отличались необыкновенную простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш праздник. Приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню. «Подумаем, – так говорил архимандрит, – не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения Иисус Христос пришел не скромно,
в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых служебных духов, тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество. Как вы об этом думаете? Кадеты, разумеется, молчали. Мы ждали его разъяснения и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжал так. Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: «Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело». И я думаю, что если бы Господь наш пришел в славе, то и ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: «Там тебе на небе отлично, пришел к нам на время и выучишь». Нет, вот если бы ты промеж нас родился, да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело. И это очень важно и основательно. И для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта. Демидов же был большой ханжа. Он считал за преступление рассуждать о религии. Может быть, потому что не мог рассуждать о ней сам. Нам он ужасно надоедал, кстати и не кстати приставая: «Молитесь, деточки, молитесь. Вы ангелы, ваши молитвы Бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до Бога и чьи не доходят. А потом этих же ангелов растягивали и драли, как сидоровых коз. К тому же Демидов был чрезвычайно суеверен. У него были счастливые и несчастные дни. Он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. И своим пустосвятством он портил наши религиозные настроения и доводил нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам. Мы со свойственной детям наблюдательностью очень скоро подметили странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или 13 числа. Но главнее всего нас выручали кресты. Один раз, заметив, что Демидов, где не завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы. В те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Бывало, все идут, и никто и не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. И нам в этот раз полегчает. Но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых. Архимандрита это возмущало. И хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал: «Я запрещаю вам это делать. И кто меня хоть немножко любит, тот послушается». И мы
дали слово не метать больше крестиков. И не метали. А в следующее же воскресенье архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь о предрассудках и пустосвятстве, где перечислял все ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках. Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту. Через неделю, в воскресенье, следовавшее за проповедью о предрассудках, Демидов опоздал и вошел в церковь в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных. Но когда архимандрит возгласил «Благословение Господне на вас», закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался. Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему: «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!» И хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит. «Дети, я вам говорю, в храме Божием уместны только одни возгласы. Возгласы в честь и славу живого Бога и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать. И я вам запрещаю делать возгласы начальству. Аминь». Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться. И архимандрит от нас выехал. А с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний. Я кончил. Больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. И, может быть, теперь они были бы недостаточно ученые или, как говорят, непедагогичны. Но такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, сильнее многих других делают историю. И если их педагогичность даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся. Кажется, больше и нечего добавить к словам Николая Семеновича Лескова. Действительно, искренняя доброта, безупречная честность, верность долгу – те качества, которые всегда ценились и будут цениться. А люди, обладающие этими качествами, навсегда оставят след в сердцах тех, кто их знал, и для многих послужат примером. Мне хочется, чтобы вас в жизни окружали именно такие люди, и чтобы вы выросли достойными и добрыми, такими же, как они. Будьте счастливы. Я прощаюсь, к сожалению, с вами. Храни вас Господь, мои хорошие.